Всем привет! Прогноз от Олега Соловьева, АПЛ, центральный матч тура. Там будет много интересных матчей в этом туре, но, вот, наверное, самый интересный, согласитесь со мной, это все-таки матч Манчестер Сити против Ливерпуля. Здесь у меня, по сути, одна ставка, но вроде бы как бы и одна, но все-таки две ставки. Можете либо одну из них взять, либо же разделить свой банк так, как я посоветую, порекомендую в конце этого видео. Смотрите, первая ставка для меня достаточно очевидная. Это то, что Сити не проиграет. Плюс обе команды забьют за 1.91. Считаю, что за такой коэффициент эта ставка очень хорошая. Ну и вторая ставка более рискованная. Это победа Сити. Плюс, опять же, обе забьют. Коэффициент 3.15. 3.15, ну, очень здоровский коэффициент. Итак, начнем с обезобьют. Вообще, в таких матчах, в матчах серьезных команд, очень сильно в ВПЛ, очень часто в ВПЛ проходит обезобьют. Это на самом деле не редкость. Обе команды показывают атакующий футбол. И Ман-Сити особенно у себя не будут играть в атаку, понятное дело. Ну и Ливерпуль. Мы все прекрасно знаем и видим, как он может играть. Ливерпуль, у которого огромные проблемы в защите есть. В начале чемпионата Ман-Сити в двух из трех матчей обезобьют проходил. В трех из пяти матчей Ливерпуля тоже обезобьют проходил. Я здесь беру еще два матча, которые проходили в квалификации Лиги Чемпионов. Вот. Ну и если брать матчи между двумя командами, то в последних 11 из 13 встреч обезобьют между Манчестер Сити и Ливерпулем проходил. Ну и важный момент касаемо того, почему я считаю, что Сити здесь не только не проиграет, но и, скорее всего, и выиграет. Объясню. Во-первых, Сити мне нравится. То есть команда хорошо укрепилась, несмотря на то, что я болею за канониров. Тем не менее, считаю именно Сити главным фаворитом в этом розыгрыше АПЛ. Команда показывает хороший футбол. Да, они теряли очки. В предыдущем туре еле-еле, уже там на 98-й или 9-й минуте, забили победный гол, хотя судья должен был уже светить ничью 1-1. Но если до этого брать матчи, то, во-первых, в первом туре уверенные победы. В втором туре сыграли против Эвертона 1-1. Но играли у себя, опять же, это единственный матч в ВПЛ у себя дома, на Итихаде был у Сити, игра была, ну, очень крутая. То есть Сити доминировал, Сити стал гораздо больше моментов, Сити остался в меньшинстве, проигрывал 0-1, смог забить, сравнять 1-1, и еще имел моменты, чтобы победить. Эвертон не самая последняя команда, но при этом Сити в меньшинстве смотрелся на порядок, просто лучше. Сити реально набирает хорошую форму, создает много моментов, но вот немного иногда команде не везет. Но в прошлом туре повезло, не без помощи арбитра. Касаемо Ливерпуля, да, Ливерпуль обыграл 4-0 Арсенал. Да, вы можете сказать, что Ливерпуль здорово играет с такими серьезными командами. Но, друзья, давайте будем честны, Арсенал просто-напросто провалил игру. Многие футболисты собирались уходить из Арсенала. Микроклимат в команде был ужасным. И это худшая игра Арсенала уж за последние несколько лет. Меня уж можете точно послушать, потому что я каждую игру Арсенала смотрю. Ну и, в принципе, на Энфилде Ливерпуль играет заметно лучше с топовыми командами, чем в гостях. При поддержке болельщиков вообще всем клубам тяжело на Энфилде играть. Поэтому, в принципе, здесь я не стал бы слишком большие выводы делать. Ливерпуль с Уотфордом 3-3 сыграл. Ливерпуль, может быть, в атаке очень хорош, но, однако, у себя в защите огромные прорехи происходят. Очень много ошибок допускают. Клоп укрепил линию нападения, но, однако, в защите все те же проблемы, которые и оставались. И Сити обязательно с таким нападением этим воспользуются, если каких-то там ситуаций не произойдет, типа удаления, либо же, опять же, там 30 нереализованных моментов. Поэтому, смотрите, я рекомендую вообще, если вы берете какой-то определенный банк на этот матч, то либо брать первое событие с коэффициентом 1.91, 1х плюс обе забьют, либо же 70% этой суммы, которую запланировали этот матч, поставить на это событие, а 30% суммы на второе событие, на победу Сити плюс обе забьют за 3.15, потому что я считаю, что Сити сможет здесь победить. 2-1, 3-1 вполне вероятно. В общем, это был мой прогноз. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, приходите в мой паблик ВКонтакте, там будет двойник, который не появится на моем YouTube-канале. Всем успехов и увидимся.